Господин Лемон, управляющий производством компании, рассматривает показатели производства. Показатели простоя машин слишком высоки, а уровень удовлетворенности сотрудников, по-видимому, снижается. Кроме того, ему обязательно требуется концепция безопасности оборудования. Решение очевидно. Он звонит экспертам по вопросам безопасности компании ZIK. Господин Лемон показывает эксперту ZIK различные рабочие станции и используемое в них оборудование. Эксперт ZIK собирает данные о процессах производства и о потенциальных опасностях на каждой отдельной станции. Несчастные случаи отрицательно влияют на удовлетворенность сотрудников, а простой снижают производительность. Эксперт ZIK разрабатывает концепцию безопасности с подробными инструкциями о том, как можно повысить уровень безопасности. Это способствует беспрепятственному рабочему процессу и делает оборудование не только более безопасным, но и более рентабельным. Конечно же, эксперт ZIK консультирует нейтрально по отношению к продукции. Так господин Лемон сможет выбрать оптимальные для него компоненты. С более высоким уровнем безопасности теперь выполнены все установленные законом требования. Господин Лемон рассматривает улучшения в деталях. Для сотрудников переоборудование рабочих мест означает повышенную безопасность и таким образом большую степень удовлетворенности. Теперь в центре внимания здоровье сотрудников. Господин Лемон с радостью знакомит своих сотрудников с новой концепцией безопасности от компании ZIK. Кое-что изменилось и со стороны расходов. Меньшее количество несчастных случаев приводит к улучшению показателей безопасности, тем самым вдвое уменьшаются расходы на страховые платежи. Благодаря улучшенной безопасности оборудования значительно снижаются и производственные расходы. Увеличивается производительность. Концепция безопасности от компании ZIK устранила опасные зоны вдоль производственной линии и значительно снизила простое оборудование. Для предприятия все это означает улучшение имиджа. Оно получает положительные отзывы от заказчиков и хорошую репутацию как надежная компания, ориентированная на сотрудников. Господин Лемон доволен. Благодаря ZIK у него теперь более лояльные сотрудники, повышенная производительность труда, снижены расходы, его компания имеет улучшенный имидж, а в области безопасности оборудования выполняются требования законодательства. Это Safety IQ – интеллект и качество от компании ZIK.